Федеральный Роспотребнадзор снял введенные ранее антиковидные ограничения. Это касается масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. На протяжении 4 последних месяцев по всей стране отмечается устойчивое снижение интенсивности эпид-процесса по коронавирусу. Недельный показатель заболеваемости уменьшился более чем в 64 раза. Устойчивое снижение наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания протекают в легкой форме в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно. При ухудшении эпид-обстановки действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. По оценкам экспертов, научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный штаммом омикрон в летние месяцы, маловероятен.